В пятницу Ивановская комиссия по помилованию рассмотрела прошение Андрея Сиднева. Напомним, мужчина отбывает наказание за убийство молодой девушки. Однако уже больше 12 лет он пытается доказать свою невиновность, поясняя, что стал жертвой оговора. Андрея задержали, когда он был студентом отделения журналистики Ивановского государственного университета. Помиловать может только президент, а потому ходатайство региональной комиссии носит лишь рекомендательный характер. Тем не менее, большую часть своего 18-летнего срока Андрей Сиднев уже отсидел. Комиссия посчитала, что если Сиднев и совершал преступление, то понес уже достаточное наказание. Учитывая то, что он осужден был впервые, это первая его судимость, в связи с тем, что он осужден был молодым человеком, студентом, что он не потерял свой социальный облик в колонии, он заканчивает получение высшего образования, он женился в колонии. Значит, в связи с тем, что у него уже мама пожилого возраста, в связи с тем, что он работает, при все эти обстоятельства взвесив, большинством голосов комиссия сегодня проголосовала за то, чтобы Андрея Сиднева помиловать.